Дорогие череповчане, от всей души поздравляю вас с праздником, днем любимого нашего города. Этот город создавали очень мужественные, отважные, целеустремленные люди. Среди них немало металлургов. Сегодня каждый из нас вносит многое в становление, в развитие нашего города, частичку своей души, жизни. Северсталь, как обычно, не стоит в стороне от этого праздника, и можно сказать, что мы продолжаем традиции. Золотая маска вновь 4-й год приезжает к нам в гости. И мы откроем аквапарк для всех любителей здорового образа жизни. Еще раз от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам всего самого хорошего. Берегите наш город, любите наш город и развивайте его. С праздником, череповчане!